Кубке Америки, который пройдет в 2019 году в Бразилии, примут участие 16 сборных. Мимо представляющих южноамериканский регион стран в турнире будут участвовать 6 приглашенных сборных. Хозяйка ЧМ-2022 – Катар, Китай, Япония, США, Мексика и еще одна страна, которая будет определена позднее, сообщает globalesport.com. Копа Америка 2016 приурочена к столетию турнира, участвовали 10 сборных зоны CONMEBOL, Южная Америка, 6 сборных из зоны CONCACAF, Северная и Центральная Америка. Действующим победителем турнира является сборная Чили. Будь в контакте со спортом.